В галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки открылась выставка «Мир цвета глаз женщины». Авторы – участницы 4-го выездного пленэра, художниц Чувашии. В этом году участницы пленэра решили обосноваться в селе Отнары Красночитайского района. Они посвятили свои работы памяти участниц, матерей и вдов солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Художницы не ставили себе планов, писали, как было вдохновение. Лариса Кострова, руководитель художественной школы, говорит, что такое творчество очень важно для учителя. Ученики видят, что их наставник тоже умеет писать. Вот в нашей школе обязательно проходит выставка наших работ именно для детей. Дети, например, знают, у нас художественная школа, и они знают, что учителя у них практикующие. То есть они умеют рисовать, умеют писать красками, они очень радуются всегда за нас. Лариса Кострова за 10 дней написала 19 картин. Говорит, что такое творчество не обязывает к кропотливой работе. Особую радость испытывают, когда жители деревни рассказывают о своих впечатлениях. Многие люди, например, они, приходя на выставки, вот эти вот спонтанно образующиеся, они говорят, надо же, как у нас красиво. Мы это видим каждый день и никогда не обращаем внимания. А тут вдруг все очень здорово. Среди участниц пленэра – заслуженные художники, учителя, журналисты. Каждый год в Чувашию для натурной живописи приезжают из Санкт-Петербурга. В течение года работы женщин-художниц будут выставляться в галереях Чебоксар и Красночитайского района. А на следующий год подобный пленэр состоится вновь, только в другом районе. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, «Республика».